На канцелярской, обычной планете, существовали страны-соседи, и в каждый народ был важным и славным, перед другими считал себя главным. В каждой стране были дети, как дети, и вместе хотелось гулять по планете. Их взрослых вражда совсем не пугала, но вместе играть постоянно мешало. Мечтали они картину создать и начали вместе ее рисовать. Но как и родители, все разругались и без картины в итоге остались. Заплакали дети, обидно им стало, на помощь родня малышей прибежала. Мы в споре о первенстве, о главном забыли. Мы дружбе детей не научили. А может, вражду нам пора прекратить? Забыть все обиды, друг друга простить. На канцелярской обычной планете ссор больше нет, и счастливы дети. Ведь навсегда беда, придет весна, прогнав прочь холода, и распустятся тогда цветы, как сынок детской искренней.